Проводит проверку, нет. Серега, а вот тут на прием. Здравствуйте. Здравствуйте. Беспредел продолжается. Продолжается? Да какие пошлики? Что такое безобразие? Сегодня приемный день. Так, вы можете уволить этих охранников? Вы в состоянии? В состоянии. И набрать других? Только. Вы поймите, смотрите-ка, в чем заключается сейчас мистика. Пока не внесены изменения в ЕГРАИЛ, я не могу ни с одним внешником работать. Момент работы с внешними организациями начинается никак. Если люди не понимают, взять их за шкирку, вытянуть, ну, вот, смотрите, чертовой матери. Вот и все. Кто-то еще есть, Павлович. Что же беззаконие? Как вы? Друг, у нас закон существует или нет? Давайте звонить, кто стоит над Хохловым. Да уже звонили. Нет, все над Хохловым никто не стоит. Сейчас подождем. Что он единственный и неповторимый? Это полицейский с Рублевки, вы что? Ну, конечно. Нам все ясно. Попробуйте. Он круче всех. Вот местные жители идут в приемный день. Это 10-то. Какая разница? Есть приемы, у нас вопросов много, руководство уже. Это что за безобразие такое? Руководство на улице стоит. Какой вопрос? Ой, мать моя родная, мы хотим понять, мы собрали мусор, горы, ну, вы это и теперь сказали, покупайте завод и грузите сами. Гениально. Ему? Конечно, снимайте. Вы что? Нет, мне так вот... Так вы на камеру скажите. Вы уже заснялись, все. Ну, рассказывайте. Нет, ну почему? Сегодня приемный день. Почему нас не пускают? Да, потому что заперся снутри, никого не пускает. Забракодировался. Нет, нет, ну сегодня, это же не его помещение, это государственное помещение. Не имеет права не пускать в государственное помещение. Говорят, он смотрит, чтобы у него не осталось никаких компроматов. Все штрихи свои завуалировал. Ему нужно время, да. А, понятно. А я вот пусть меня, я бы сейчас дверь, окно бы разбил, бы прошла и все. Ну, тогда это было бы нарушение закона. Ой, ты мой золотой, ну фотографируй, сынок, фотографируй. Тогда это будет нарушение закона, если мы сейчас взломаем дверь, это нехорошо. У нас, вы знаете, это вопрос-то неоднозначный. Сейчас мы адвоката не позовем. Не обязательно распоряжения устного достаточно, мы сейчас просто это заактируем, вскрытие двери и все. Да, на свидетелей много. Учичу я, не торопитесь. В принципе, нас народ-то много. Мы пойдем, мы не так просто из праздного интереса. У нас по поселку очень много вопросов. Орган единоличной и мы хотели бы обратиться с нормальной администрацией. Можно вот дернуть как следует. Нет, давайте не будем торопить события. Хорошо, давайте не будем. Сейчас приедет начальник полиции, если ему не откроют. Это который был? Уже было такое, да? В среду. А, вот так его открыли, и он потом... Я выпускал оттуда вот этих активистов, человек. Ну, все понятно.